Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 31 марта. По народному месяцеслову Кирилл Дериполос. В этот период христиане чтят память святителя Кирилла Иерусалимского, жил в IV веке. Название Дериполос день получил потому, что в старые времена тот, кто решался выехать на санях в этот день, мог легко испортить полозья на подмерзшей за ночь дороге. Особых традиций празднования нет. В этот день свой взор с молитвами обращали к небесам в надежде на дожди для роста посевов. Целители лечат грыжу. Знахари читают заговоры от несчастий. В народе об этом дне говорили: на Кирилла и спереди, и сзади зима. То есть можно было еще опасаться весенних заморозков. На Кириллов мартог продерет холодок. Впрочем, если в этот день зацветала мать и мачеха, это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля. Первые цветы мать и мачехи, она же конское копыто, мать трава, лопух студеный, начинают появляться по южным склонам овражков и пригорков, с которых уже сошел снег. Ею в народе исцеляли от множества болезней сердца, одышки, заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и мочевого пузыря. И это далеко не весь список. Например, женщины использовали отвар мать и мачехи для умывания, чтобы лицо было белым и без изъянов. Отваром же равных долей мать и мачехи и крапивы останавливали выпадение волос и избавлялись от перхоти. Ценили мать и мачеху и пчеловоды. Они старались примечать те места, на которых с первым, еще робким весенним теплом в изобилии появлялись желтые пушистые цветы, и выставляли в таких местах первые ульи. И недаром, ведь мать и мачеха слыла прекрасным медоносом. В этот день примечали: если прилетели лебеди, быть теплу. Не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье. Трясогузки прилетели, ждать половодья. Появились комары, ближайшие дни будут теплыми. Комары и мышкара в этот день предсказывали обилие в лесу грибов и ягод. А если лед еще не сошел с рек, а гром гремит, хорошему клеву. В этот день нежелательно стричь волосы и ногти, можно неприятности накликать. Ходить в гости, по народному поверью, там можно оставить свою удачу. Нельзя открывать дверь посторонним и тем более впускать их в дом, если в это время купается маленький ребенок. Если в доме грудничок, не давайте в этот день взаймы хлеба и соли, чтобы не отдать его счастливой доле. Сердечного тепла, радости, здравия и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.